Много лет основной жилой фонд Видного находится под управлением муниципальной управляющей компании ЖКХ Ленинского района. В настоящий момент происходит реорганизация предприятия. В связи с этим свои услуги по управлению многоквартирными жилыми домами предложила управляющая компания «Пик Комфорт». Чтобы рассказать, в чем же кардинальное отличие от муниципального предприятия, представители «Пика» проводят встречи с жителями. Одна из таких состоялась с жильцами 5-го дома по проспекту Ленинского комсомола. Мы готовы, в свою очередь, работать так, как будет указано в нашем договоре, в индивидуальном договоре с каждым собственником, сохраняя все тарифы, которые у вас сейчас есть. На сегодняшний день тариф, который установлен в вашем городе, установлен Советом депутатов муниципального округа Ленинского района. И его ни одна управляющая компания не может изменить, так как с каждым из вас единолично будет подписан договор на управление, если вы изберете. Как оказалось, жители дома вполне довольны работой нынешней управляющей компании, несмотря на существующие проблемы. Есть очень много вопросов МУПК ЖКХ, но все-таки это муниципальная управляющая компания. Всегда можно пойти в администрацию и как-то что-то разрулить. А это частная компания. У нас есть другие частные компании, которые уже, допустим, проверены. Помимо жителей, на встрече присутствовали представители других управляющих компаний, работающих в городе и готовых при необходимости предложить свои услуги. У нас исключительно жители инициируют собрания. Мы на них, соответственно, тоже как приглашенные приходим. Сами слово не берем, а жители нам дают, инициативные жители дают слово, мы выступаем. Стоит отметить, что конкретно этот дом номер 5 по проспекту Ленинского комсомола является проблемным, и жильцы не до конца понимают, зачем компании «Пик Комфорт» брать на себя ответственность за объекты вторичного жилого фонда. Что они предлагают? Они будут как-то бороться с должниками, но это на самом деле, мне кажется, нереально. Нереально так кажется всем жителям нашего дома. По поводу того, что долг 4 миллиона, и они нас навязывают и берут под свое крыло. Кому это, в принципе, нужно? Мы все прекрасно понимаем, что за должников будем платить тоже мы, как собственники жилья. Собственники квартир обратились к депутату городского совета по своему округу Олегу Федорову. Компания «Пик Комфорт» заходит на территорию, скажем так, города Видное, но пока, вот это у меня уже четвертая встреча, я не услышал от них, что они хотят дать жителям. Вот просто, чтобы понимать, да, мы придем, сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Пока я этого ни разу не слышал, просто разговоры, переходите к нам, и будет вам счастье. По итогам собрания, которое оказалось недолгим, но ярким на эмоции, жители приняли свое решение. Кто за то, чтобы перейти в компанию «Пик Комфорт», поменять управляющую компанию? Прошу поднять руки. Никто! Кто за то, чтобы не переходить и остаться? Позже советом многоквартирного дома будет оформлен официальный отказ от предлагаемых услуг управляющей компанией «Пик Комфорт». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.